Мне же чтобы знать, что они не нужны, мы их там получали, а вот их, знаешь, что они помогают. А вот все вот эти приглашенные люди, как бы там пока пустой зал. О, пахан идет. О, пахан шагает, как пахан. О, еще так рукой сделать. Пахан пришел. А у всех все пахан тоже. Да? Рука болит, ноги болят. От жизни. Рука болит, еще нес. Рука болит, вот отваливается. Смотри, снимай. О, за три будет. Снимай. Чего? Ага. А? Ну да. А чё? Слушай, услышат и чё? Кто услышит? Тёща. Не, это не онлайн, это обычная. А ты дорогу вот от того места, где мы переодеваемся, вот сюда, знаешь? Сейчас буду крикнуть. А, не через зал. Да. Как обычно, она потом так увидит. Так вот надо же её узнать, ты же через зал. Все ваше время. А чё, вчера мне с мамой написала, что идти мама её не пускает. А сейчас пишет, типа, ты где? Чё так рано поехал? Походу, что, решила ехать, что ли? Это твоя жена. Это не жена. Слушай. Записывается? Ага. Слушай, а у тебя что, 1 января на Новый год день рождения? Аня, осторожно. А как, каково это на Новый год родиться? И Новый год совмещать с днем так рождения? Получилось. Так получилось. Что, два праздника в один день отмечаете? Не, дело в том, что я первого почти советника отмечал, должен после этого не полетел. А. 36 лет будет. Кому? Тебе. 36, да, наоборот. Кого тебе? А сыну 83. Ой. Так. Ну, будет вот так вот, со светом. Лучше не будет вот так. Ну, во время концерта, наверное, все будет темно, потушите. Нет? Да нет. Не, лучше так оставить. Потому что, видишь, у нас там цвета никакого такого нет, не управляется. Каким-то есть нормально, пойдем. Да. Моя. Вот ее тогда вот так вот в стол
Ну я там, оттуда буду. Потом он припрыгнул, скажем, без шутки, там взрывчатка. Я вот тут буду стоять. Вот так. И сидеть буду вот так. Пишет, ты пока не пиши, что ты. А, чё? А ты хочешь писать? А. Кстати, может, Костя придет туда, на Михалкова, на Ромашку, в санаторий. Где-то, вот ты сказал, где-то будет на следующей неделе. В среду, может, А Сурек, значит, он выступает, ты потом Валерьевна, кто еще? Yeah.